Это карликовый минор, самая маленькая порода кроликов. Их отличительной особенностью является мультяшная внешность и короткие ушки. Еще у них очень спокойный характер, и они обожают вкусняшки. Лакомство им ежедневно приносит заводчик Ольга Клементьева. Также у нее есть кролики в окрасе хотот. Они полностью белоснежные, за исключением темного круга вокруг каждого глаза. Интеллект этих животных на уровне кошки. Они откликаются на имена и знают своего хозяина, рассказала владелец ушастых. Этот кролик, его зовут Лео. Он, значит, происходит из питомника маэстро. У него даже есть колечко на лапке. За здоровьем кролика необходимо тщательно следить, потому что если кролик заболел, то лечить его будет очень сложно, поделилась Ольга Клементьева. Обязательно кролик должен быть кастрирован, то есть некастрированного кролика дома содержать, ну, в принципе, будет некомфортно ни вам, как бы, ни животному, потому что это будут метки, это будет такое агрессивное поведение. Чтобы завести кролика в квартире, необходимо приобрести большую клетку с норкой, в которую животное будет прятаться. И точно понимать, что вы готовы к такой ответственности, советует заводчик. Яна Вальдю, Ленар Султанов. Новости Набережной Челны.